всю жизнь ты маешься, жил, рвешь. Я хочу, чтобы мы тоже на красивых машинах ездили. Ели досыта, одевались нормально. Я так просто на жизнь не заработаю. Подохнем здесь, Ленка. Здорово, соседи! Че, Ирец, вернулся? Не пошло в городе? Ну как не пошло? Пойдем. Что он тебе сказал? Работу предложил. Поделай фирму к ним. Пацан, заводи! Заводи машину! Он нам брата не простит. Спортсменов подтянет, всех корейцев. Твой косяк тебе и раскрыл будь. Поможешь разобраться? Доверять я могу только тебе. Мне дело поручил, Жень. Серьезно. После крещения все грехи твои спишутся. Все? Первого завалил, страх уйдет. Нельзя носить в себе терпилу, трусы. Это я его убил! Я убил! Я больше в это не полезу и Женьку туда не потяну. Я тебе детей не отдам. Бать, но мне уже не 12 лет. Я готов. Пусть на мне все закончится. Шагнешь сюда, пути не будет обратно. Людей запугивают, люди боятся. Но это не демократия, это беспредел. Мы для них или свои, или свидетели. Человеком себя чувствую. С тобой и в церкви. С бардаком надо кончать. Ты сможешь с этим жить? Я такой из-за тебя! Ты меня таким сделал, ты! Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Отныне и присно, и во веки веков. Аминь.